Мощный взрыв прогремел сегодня в турецком городе Диярбакыр в мастерской по ремонту полицейской бронетехники. Один человек погиб, не менее 10 получили ранения. Диярбакыр с населением свыше 800 тысяч человек находится на юго-востоке Турции и считается неофициальной столицей турецкого Курдистана. Министр внутренних дел страны Сулейман Сайлу заявил, что причиной взрыва в Диярбакыре мог быть технический фактор, а не теракт. После взрыва частично обрушились стены и перекрытия мастерской.